состоялось 62-е внеочередное заседание депутатов городского совета народных депутатов, как подчеркнула председатель Лидия Шишкина, с целью повышения доходной части городского бюджета. На повестке дня вопросы об условиях приватизации муниципального недвижимого имущества. По адресу улица Лотикова, дом 78, помещение 3. Данным недвижимое имущество – это нежилое помещение площадью 82,8 квадратных метров. В целях пополнения бюджета города считаем необходимым принять проект решения об условиях приватизации данного имущества, продать с аукциона, открытого по составу участников, и утвердить начальную цену продажи в размере 505 тысяч 80 рублей в соответствии с отчетом независимого оценщика без учета НДС. Следующий проект решения об условиях приватизации муниципального имущества по адресу Куйбышева 32, помещение 78. Площадь данного помещения составляет 137,3 квадратных метра. Данное помещение находится в муниципальной казне и включено в план приватизации на 2019 год. Предлагаем продать с аукциона, открытого по составу участников, и утвердить начальную цену продажи в размере 1 миллион 85 136 рублей, также без учета НДС. Последний проект решения об условиях приватизации муниципального недвижимого имущества расположено по адресу улица Комсомольская, дом 138А, помещение 2. Нежилое помещение, площадь 12,2 квадратных метра. Включено в план приватизации на 2019 год. Предлагаем продать его с аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложения о цене, и утвердить начальную цену, согласно отчету независимого оценщика, в размере 51 405 рублей. Дата также без учета НДС. Предложение председателя комитета по регулированию имущественных отношений администрации города Александра Хаустова депутаты поддержали. Прошу проголосовать.